себе Pictures не представляет. Мне на хит-парады от Prada, Gucci и Dienji наряды не надо, мы и так в порядке. Ну где же вы, утешьте дядю, занимай место, пока не тесно. Хватай попкорн, будет интересно. Плюс удобные кресла и всем расслабиться. Шоу начинается. На дорожке ковровой при полном параде соберутся все голливудские тети. А так иди в каком наряде, а? И что же мы увидим сзади? А добрый терминатор мочит врагов. И вот вам губернатор новый готов. Такая вот народная любовь, а у меня любовь другая. И такой любви не доверяю я. Columbia Pictures не представляет, как хорошо мне с тобою бывает. Columbia Pictures не представляет, не представляет. Columbia Pictures не представляет, как без тебя мое сердце страдает. Columbia Pictures не представляет. Недолюбила дядю в детстве маман. Дядя вырастил обиду в экран. Теперь ему рукой плескает Канна и весь калифорнийский берег. И вот решает он с весны до весны, какие спецэффекты нам суждены. А нам бы лишь смотреть чужие сны. Но почему я им не верю? А чего же им не верю я? Columbia Pictures не представляет, как хорошо мне с тобой бывает. Columbia Pictures не представляет. Columbia Pictures не представляет, как без тебя мое сердце страдает. Columbia Pictures не представляет. Мне класть на Голливуд и Беверли-Хиллз, оттачивая русский флоу и русский скиллз. Плюс ты же понимаешь, ма, какая там Америка. Ты мне одна нужна. Оскара и Грэмми-носцы не представляют. Квентина Парусу мы тихо охреневают. Они не знают, что между тобой и мной. Нажми на паузу, детка, постой. Дай мне пару минут, дай мне просто дай пару минут до сеанса, смотри, не опоздай. Последний ряд, там буду я. И не забудь попкорн. Колумбия не представляет, как будет хардкор. Колумбия Пикчерс не представляет. Руки в воздух. Колумбия Пикчерс не представляет. Hey, hey, Колумбия Пикчерс не представляет. One more time. Колумбия Пикчерс не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Columbia Pictures не представляет. Не представляет. Columbia Pictures не представляет, как без тебя мое сердце страдает. Columbia Pictures не представляет. Что? Я так понимаю, что, несмотря на то, что в жизни Сергея Лазарева была коллаборация с Тимати и даже с пацанами, Стипейном. Сам он в этом жанре не замечен, не рисковал. А посмотрим, собственно, стоит ли продолжать после голосования. Жень, что вы там пишете, интересно? Вы заметки на полях какие-то? Давайте начнем сразу с вас голосование. Теперь заметки на полях. Сереж, это просто можно, ну, так отвлеченно сказать. Внешне ты выходишь из-за сцены, я, господи, смотрю. Майк Ди из Beastie Boys, смотрю, внешне выглядит. Человек просто реально одет. Но если говорить именно по-настоящему, вот это сейчас перед нами, дорогие друзья, был шоу-бизнес во всей красе, стопроцентный. Мы должны все это прекрасно понимать. Артист, который в течение долгого времени уже поет и заслужил уже уважение, и он в этом стиле, который для меня, в принципе, проект «Бандерас» является, помимо того, что они мои друзья, со всеми с ними очень хорошо знаком, является для меня таким эталоном правильного R&B вообще в России. Это мое такое мнение. И поэтому с твоей стороны это приукрасило еще
эту композицию, еще добавила ей какой-то энергии. Тем более, что было умопомрачительное, по моему мнению, шоу. Здесь вот, которое дошло... Дошло до меня. Вся эта вибрация. Вот очень громко кричали девчонки, так сказать, фанатки. Все было замечательно, поэтому я из-за того, как ты исполнил этот номер, и я думал, кто же будет читать, да? Неужели батя выйдет, что-нибудь там начитает? Нет, ну ты с этим абсолютно точно и хорошо справился, поэтому я поставил зеленку и лайк, и ура. Спасибо. Так, давайте пойдем тогда копнем глубже. А вот, например, в сторону легалайза. Ваша оценка. Объясню. Я думаю, что это шоу интересно тем, что каждый артист показывает нам какую-то метаморфозу, трансформацию, какой-то такой серьезный шаг в сторону от своего имиджа, от своего амплуа. У Сереги я не увидел, кроме... То есть я действительно, я так и пою, и так выхожу обычно на сцену, действительно. Кроме расхлябанных вот, атрибутов одежды и движений таких небрежных, я не увидел все-таки смещения. Я не увидел, во-первых, нового прочтения никакого, и не увидел... Не было задачи делать новое прочтение, была задача прочитать. И... Я просто свое мнение... Я понимаю, но я просто тоже хочу разобраться в комментариях, потому что мы же тоже готовились и хотим понять в конкретику комментариев мне лично. Я прошу прощения, с большим уважением. Я просто хочу понять, да, до конца для себя. Вы все равно же проголосовали, ничего не изменится. Тем не менее, вы говорите, что недалеко я ушел от того, что я делаю обычно в поп-музыке. Но мне кажется, что это в разы и кардинально отличается и внешне, и по голосу. А что касается... Ну, была и читка, в общем-то. Не знаю, для меня... Скажу больше. Даже в твоей музыке элементы R&B есть. И слишком простенько для тебя, да. Мог бы что-то поэкстремальнее придумать на эту тему. Тем более, что хип-хоп... R&B, рэп — это настолько богатая и огромная культура, что можно было чуть-чуть все-таки дальше заглянуть. Вахтанг! Классно, классно! Нет, честно, было круто очень. Я наблюдал за всем происходящим, что у нас происходило. Это были жирафы, бегемоты, большие гориллы, Спартак. Спартаковец вышел, начал бить щит. Пресс, там все видно. Сергей вышел и сделал классно. Спасибо. Другого я не ожидал. Да, это не новость, я думаю, для артиста, да, но слабо исполнена сама композиция. Вот. Все, что вокруг происходило, да, это режиссура, но я не думаю, что это твоя личная режиссура. Это выглядело действительно по-западному, как шоу, грамотно, и неважно, кого бы туда поставили, он бы все равно смотрелся. Вот так вот. Получи. Да, пожалуйста. Вот возьми, получи. На самом деле, такого в отношении Сергея Лазарева, такого жесткого текста мы не слышали со времен программы про шансон. Спасибо огромное. Спасибо зрителю. Отлично. Спасибо членам жюри. 2 балла всего заработал Сергей Лазарев. Спасибо, пока. Спасибо.